Таразе на территории крытого рынка «Гранд Базар» прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Жамбылской области. Горожане получили возможность сделать закуп продуктов первой необходимости по сниженным ценам. На ярмарке побывала моя коллега Женис Гани. В целях обеспечения доступности сельскохозяйственной продукции на этот раз была представлена продукция сельхозтоваропроизводителей Байзахского Жуалынского районов, а также города Тараза и стабилизационного фонда. Населению была предложена сельхозпродукция в количестве 61 тонн на сумму 12,6 миллионов тенге. В частности, 5,6 тонн мяса, 1 тонна колбасных изделий, 3,2 тонн растительного масла, 0,2 тонн кондитерских изделий, 2 тонн макаронных изделий, 0,5 тонн гречки, 0,5 тонн риса, 0,1 тонн соли, 0,3 тонн рыбы, 4 тонны сахара, 6 тонн муки, 0,6 тонн меда, а также 34 тонн плодово-овощной продукции. Сервис және технология колледжінің. На ярмарке поставлены продукции сельхозтоваропроизводителей Байзахского Жуалынского районов города Тараз и стабилизационного фонда. Сумма сельхозпродукции составляет 12,6 миллионов тенге. А также свою продукцию представляет учебно-производственный цех Таразского колледжа сервиса и технологий. Свою продукцию они будут представлять и в будущем. Впервые на ярмарке свою продукцию представил учебно-производственный цех Таразского колледжа сервиса и технологии. Реализацией полуфабрикатов и кондитерских изделий колледж начал заниматься в текущем году по инициативе акима области Бердыбека Сапарбаева. В рамках проекта «Жас Маман» колледж приобрел современное оборудование и заключил договор с СПК «Тараз» на поставку сырья по сниженным ценам. Теперь свою продукцию колледж будет привозить на ярмарку еженедельно. Стоит отметить, что она вызвала интерес у покупателей. Наша продукция изготовлена из натурального сырья. В настоящее время наша продукция пользуется высоким спросом. Она и по цене приемлема. Клиентов тоже немало. Например, мы с утра уже продали больше 20% продукции. Жители города смогут приобрести свыше 50 наименований продуктов питания местных производителей. Цены на всю реализуемую продукцию значительно ниже рыночных. Хочу поблагодарить за сегодняшнюю организованную ярмарку. Цены приемлемые. Было бы хорошо, если и в дальнейшем будут организовываться подобные ярмарки. Предприятиями были соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. В каждом павильоне имелись антисептики. Продавцы реализовывали товар в средствах индивидуальной защиты. Жиңіз ғани, Еламан Жоракул, 77 News.